Вы знаете, мне однажды довелось играть в рок-опере «Звезда и смерть» Хакина Мурьеты Алексея Львовича Рыбникова, известного великого советского композитора. И там была одна партия, где Хакин плывет и встречает любовь всей своей жизни. Ну и Алексей Львович решил, что такая партия мелодичная, такая русская и такая душевная, она не должна пропадать, и написал песню «Звезда», использовав элементы этой партии. Так что «Звезда». Штормом.